Всем привет, девочки и мальчики! Привет, ребята! Сегодня мы будем собирать пазлы из одного анимационного сериала о маленьких человечках, которые живут в бытовых приборах. Они чинят технику! Вы, наверное, уже догадались, о чем идет речь. Какой там сериал? Это фиксики! Все верно, Дима! Они настолько маленькие, что их даже не видно обычно невооруженным глазом. Их только можно рассмотреть под микроскопом. Они живут в телевизоре же, пап. Да-да. Они чинят телевизоры, стиральные машины, микроволновки. Компьютеры. А еще что они чинят? Часы. Часы, телефоны и многие другие бытовые приборы. Дима, а ты знаешь тайный знак фиксиков? Да. И какой это? Ты дышишь. Молодец. Фиксики твой любимый мультик? Да. Тогда ответь мне на такой вопрос. На какой? Как называется предмет, в котором хранятся все инструменты фиксиков? Конечно же, вспомогатели. Правильно. У фиксика очень много инструментов, и все их надо где-то хранить. Он хранится в вспомогателе. Что бы люди делали без фиксиков? У них бы все ломалось, все приборы были бы сломаны. Да, если бы никто не чинил, то тогда бы все. Да, так фиксики чинят приборы, какие они молодцы. Просто они мастер на все руки. Ребята, а вы знаете, во что превращаются фиксики? Вот, это очень хороший вопрос. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях под этим видео, как вы считаете, во что превращаются фиксики. А мы тем делом будем открывать пазлы и собирать их. Поехали! Поехали! Ребята, посмотрите, какая картинка у нас замечательная получилась. Дима, тебе понравилось? Да. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. На наш канал. И напишите в комментариях еще. Мы будем очень рады, если вы напишите, какой персонаж ваш любимый в фиксиках. Здесь на картинке у нас Нолик, Симка. Дима, а какой твой любимый персонаж? Все. Все. Дима любит всех персонажей. Всем пока, спасибо за просмотр, бай-бай. Ставьте лайк.